упражнений, хирургии и травматологии у взрослых и детей. То есть и взрослые, и дети. Это столько наблюдений. И когда мне звонили и говорили, а можно ли у детей использовать озон, я всегда ссылался на Сергея Николаевича. Это самый большой опыт применения озона у детей. Так, следующий. Как-то что-то у меня не работает, или он не включен. Ну, а теперь поговорим вот об этих биопленках. В настоящее время вот стало очевидным, что свободная флотация в жидкой среде или колонии на поверхности плотной среды далеко не единственная форма существования бактерий. Одной из наиболее распространенных форм существования бактерий – это являются биопленки. Под биопленкой понимают – это структурированные, высокоупорядоченные сообщества бактериальных клеток, заключенные в полимерный матрикс и прикрепленные к живым или имплантированным в организм поверхностям. И вот эта биопленка имеет систему внутренних коммуникаций и систему взаимодействия с внешним миром. Вернемся к этому слайду. Вот смотрите, здесь показана вот эта биопленка. Так, вот знаете, там вот размещены колонии бактерий, так, есть, имеет место межмикробный вот этот матрикс, то есть вот это одеяло, которым они покрываются, и имеет быть место вот такие проводящие каналы, по которым идет жидкость, и они обмениваются информацией, эти микробы, вот. Ну, здесь вот показана как раз эта биопленка, вот этот желтый налет на зубах. Вот, пожалуйста, вот эта биопленка. Сейчас следующий слайд, пожалуйста. Вот различные биопленки отличаются по составу микроорганизмов и включают от одного до нескольких микроорганизмов, видов бактерий, а иногда даже грибов. Вот какое сожительство может быть в этих биопленках. Индивидуальные члены сообщества имеют специфические обязанности, которые, комбинируясь с другими, усиливают жизнеспособность всего вот этого сообщества. То есть они обмениваются между собой и выживают. В настоящее время установлено, что биопленки являются одним из патогенетических факторов формирования хронических инфекционных процессов. Ну, в данном случае вот показаны бактерии, этот стрептококк образовал вот эту биопленку на зубной эмали. Следующий слайд, пожалуйста. В настоящее время считается общепринятым представление о том, что развитие биопленочных сообществ – это одна из основных стратегий выживания микроорганизмов не только в окружающей среде, но и в организме человека и животных. Поэтому одной из главных проблем является лечение инфекции, ассоциированных с биопленками, и она представляет значительные трудности, что мы встречаем ежедневно, особенно в наших отделениях реанимации. Связано это с тем, что в составе биопленок бактерии приобретают качественно новые свойства по сравнению с микроорганизмами в планктонной форме. Это касается, в первую очередь, способности биопленочных бактерий защищаться от стрессовых воздействий, включая устойчивость к антибиотикам, дезинфектантам и эффекторам иммунной системы человека, как гуморальным, так и клеточным. Следующий, пожалуйста, слайд. Я хочу обратить ваше внимание, как же образуются вот эти вот биопленки. Они проходят 5 стадий. Первая стадия. Сначала происходит первичное прикрепление микроорганизмов к поверхности. Поверхность любая может быть. Или это некротизированная ткань, или это наши катетеры, которые имеют быть место и в венах, и в уретре, и в... понимаете, интубационные трубки, ну, в общем, где угодно они могут прикрепиться. И вот первое это показано, это адгезия, это обратимая еще стадия. А вот уже вторая стадия, она уже необратимая, и называют ее как окончательное прикрепление, иначе называемые фиксацией. На этой стадии микробы уже выделяют внеклеточные полимеры, обеспечивающие прочную адгезию. То есть они выделяют определенные вещества, которые эта адгезия становится уже необратимой.
Третья стадия – это созревание. В англоязычной литературе это как бы первая стадия созревания. Клетки, прикрепившиеся к поверхности, облегчают прикрепление последующих клеток, и внеклеточный матрикс удерживает их вместе всю колонию. И накапливаются питательные вещества, клетки начинают делиться, то есть размножаться уже под этой биопленкой. И четвертое, ее как бы называют рост, или в англоязычной литературе, это созревание, как бы вторая стадия. Образуется уже зрелая биопленка, она изменяет свой размер и форму, внеклеточный матрикс, и служит защитой клеток от внешних угроз. Ну вот там показано вверху, и четвертая, это как раз вот стадия. У нас в России мы как бы вот, у нас нет четвертой вот этой стадии, а мы как ее трактуем как созревание, не делим на первую и вторую. Ну и пятая стадия, это как бы дисперсия, то есть выброс бактерий. То есть в результате деления периодически от биопленки отрываются отдельные клетки, способные приплетаться к поверхности и образовывать уже новые колонии, новые биопленки. Это вот пятый вариант. Следующий слайд, пожалуйста. Источником образования биопленок являются отдельные планктонные, вот свободно флотирующие клетки бактерий. Они способны прикрепляться к любым поверхностям. Я уже говорил, это как и некроз. Это катетеры, которые у нас, вот особенно в реанимационном отделении, стоят, как правило, три катетера всегда, и еще и интубационная трубка. Вот. И вот там это все формируется. И вот давайте я хотел обратить ваше внимание на процесс вот этих стадий развития биопленки, формирования биопленки. Вот смотрите, первая стадия. Изначальное прикрепление микробной клетки к поверхности субстрата осуществляется за счет действия электростатических, гидрофобных сил и сил Вандервальса. И называется первичной адгезией. Последняя, как правило, она обратимая. Я почему это привожу, вот именно этот механизм, для того, чтобы потом наслоить, как же может воздействовать озон вот на эти стадии развития биопленки. В реализации второй стадии принимают участие продуцируемые бактериями специфические адгезины. То есть они уже начинают определенную продукцию вырабатывать, вот эти клетки, вот эти адгезины, локализованные на ворсинках и жгутиках. То есть специфическая уже идет необратимая адгезия. Следующий слайд. После специфической адгезии единичных клеток начинается их пролиферация и продукция ими уже, смотрите, химических сигналов, которые запускают генетический механизм синтеза межклеточного матрикса экзополисахаридов. То есть они начинают формировать вот это одеяло, которым начинает покрываться, чтобы антибиотики их, в общем-то, не достигли. И вот формирование вот этого гликокаликса и образование трехмерной структуры, достигающей толщины в несколько сотен микрометров, рассматривается как процесс созревания биопленки. И вот смотрите, бактериальные клетки там составляют всего лишь 15% от всей массы биопленки. Остальная часть приходится на материал матрикса, это полисахарид. Следующий слайд. Я здесь привожу как раз вот этот матрикс, из чего состоят вот эти биопленка, из каких полисахаридов. Вот матрикс у различных видов бактерий, проживающих в биопленке, не одинаков, как по физическому, так и химическому составу. Он в основном представлен гомо- и гетерополисахаридами. Это глюкоза, галактоза, рамноза, целлюлоза и так далее. Я не случайно привожу вот эту структурную форму этих полисахаридов. Может ли воздействовать озон вот на эти полисахариды? Наряду с экзополисахаридами в составе матрикса обнаружены белки, нуклеиновые кислоты, липополисахариды, лектины, минералы, необходимые для формирования полноценной биопленки. Следующий, пожалуйста. И вот смотрите, вот эти полисахаридные цепи, то есть вот эти полисахариды, в биопленках сшиваются между собой ковалентными и водородными связями. Соответственно, они выделены красным и серым цветом. И образуется экзополимерный матрикс, то есть гликсокалик,
То есть это основной структурный компонент биопленки. То есть вот это вот одеяло, которое они образуют. И вот слой гликокаликса является непосредственным механическим препятствием для клеточных бактерицидных факторов. То есть фагоцитоз и частично для гуморальных. То есть это антитела и белки системы комплимента. В качестве причин практически полной неустойчивости, полной нечувствительности бактерий к антибактериальным препаратам рассматривают ограничение их диффузии в глубокие отделы биопленки. То есть не может антибиотик проникнуть через это одеяло. И вот эти бактерии, живущие внутри биопленки, в 1000 раз более устойчивы, чем те самые микроорганизмы, растущие планктонно. Предположительно, повышенная резистентность бактерий в биопленке может обеспечиваться инактивацией антибиотиков ферментами матрикса, которые вырабатывают вот эти бактерии. Вообще уникальная вещь. Следующий слайд. И вот еще интересный такой физиологический момент в этой биопленке. То есть, оказывается, вот эти бактерии и грибы, которые могут жить в этих биопленках, они между собой общаются, понимаете? И это названо вот феномен кооперативной чувствительности или quorum sensing бактерий в биопленках. Это форма межклеточной коммуникации микроорганизмов, определяющая восприятие изменений внешней среды и ответную реакцию на эти изменения. Суть его заключается в модификации физиологических функций бактерий при изменении их чувствительности в результате продукции внеклеточных сигнальных молекул, аутоиндукторов. То есть они выделяют и меняются между собой информацией с помощью вот этих аутоиндукторов. Их детекции и формирование ответной уже популяционной реакции нового качества. Такая быстрая согласованная реакция значительно осложняет защиту пациента даже с сохраненным иммунитетом при действии бактериальной нагрузки. То есть даже иммунная система вроде тоже неплохая у пациента, но справиться она не может с этой биопленкой. Под контролем данной системы находится и процесс образования биопленки и синтез всех экзотоксинов. Следующий слайд. Межклеточный обмен информацией в биопленке происходит с помощью специальных химических сигнальных молекул, благодаря которым микробное сообщество действует как единый организм. У грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов существует определенные различия в механизмах разговора между собой бактериальных клеток. У грамотрицательных бактерий обнаружены кворум-зависимые системы, в которых сигнальными молекулами служат ацилгомосеринлактоны. А у грамположительных бактерий обычно они осуществляют свой разговор, используя олигопептидные сигнальные системы. Следующий слайд. Ну вот мы как бы разобрались и в образовании этих биопленок, как эти бактерии живут внутри этих биопленок, как они общаются между собой с помощью определенных сигналов, с помощью определенных молекул. Так, подождите. Ну вот вернитесь к тому слайду. Вот. Ну и как же с ними бороться? Ну, на сегодняшний день, конечно, наши товарищи, которые занимаются биопленочной инфекцией, разрабатывают определенные вещества. На что они направлены? Вот смотрите, разработка этих веществ, с которыми можно работать с биопленкой, первое – это антиадгезивные препараты. То есть как-то предупредить вот эту адгезию, прилипание вот этих бактерий к поверхности, или к некрозу, или к катетерам, или к клапанам сердечным, или к протезам сосудистым и так далее. Ну и давайте... Да, нет, подождите, вернитесь к тому слайду. Второе направление – это разработка фармакологических средств, подавляющих или ингибирующих вот эти сигнальные молекулы, которыми они общаются между собой, благодаря которым микробное сообщество действует как единый организм.
То есть действие этих препаратов должно быть направлено на дезорганизацию микробного сообщества в биопленке. То есть мы должны как-то воздействовать вот на эти молекулы, которыми они общаются между собой. И третье направление – это разработка веществ, уже разрушающих матрикс биопленки. То есть если мы разрушим матрикс биопленки, конечно, они станут доступны и для антибиотиков. И тем самым облегчающих доступ антибактериальных препаратов в микроорганизмов, то есть создание возможности для эрадикации бактерий посредством целенаправленного воздействия. Следующий слайд. Ну и давайте посмотрим, может ли озон обладать вот таким антиадгезивным действием. Смотрите, вот первичная адгезия бактерий к живым и имплантированным химическим поверхностям, в органах поверхностям, связана с комплексом физико-химических воздействий. Мы уже об этом говорили. Это электростатические, гидрофобные, вандервальские и другие процессы. Смотрите, при этом озон, являясь биполярной молекулой, воздействует на вышеуказанные вот эти физико-химические процессы, и в результате этих взаимодействий возрастает сила отталкивания одноименно заряженных поверхностей и нарушается первичный контакт бактерий с поверхностью. То есть мы говорим об его антиадгезивном действии. Следующий. Дальше. Взаимодействие озона с сигнальными молекулами микробного сообщества. Может ли озон с ними взаимодействовать? У грамотрицательных бактерий сигнальными молекулами взаимодействие между микроорганизмами в биопленках служит ацилгомосерин-лактоны. И вот эта реакция приведена здесь. В результате взаимодействия озона с ацилгомосерин-лактонами происходит их окисление. То есть здесь вот показано, там разрывается цикл лактона и образуется соответствующая карбоновая кислота. Вследствие этого падает уровень сигнальных молекул микробного сообщества, что вызывает нарушение обмена информацией между организмами в биопленке. То есть разрушается феномен кооперативной чувствительности микроорганизмов. Микробное сообщество перестает действовать как единый организм. Следующий слайд. Грамположительные бактерии осуществляют коммуникации, то есть свои вот разговоры проводят, взаимодействие в биопленке, используя олигопептидные сигнальные молекулы. При взаимодействии озона с олигопептидами последние окисляются до аминокислот. Вследствие этого падает уровень сигнальных молекул микробного сообщества, что также вызывает нарушение обмена информацией между микроорганизмами в биопленке. То есть разрушается феномен кооперативной чувствительности микроорганизмов. То есть вот этот кворум их сенсинг. Микробное сообщество перестает действовать как единый организм. Итак, разрушение озоном феномена кооперативной чувствительности у грамотрицательных и грамположительных бактерий приводит, первое, к уменьшению активности процессов адгезии планктонных форм микроорганизмов. Второе, к экспрессии факторов вирулентности бактерий, входящих в биопленку. И третье, процесс образования биопленки и синтеза экзотоксинов. Вот что может делать озон, вступая в взаимодействие вот с этими молекулами, взаимодействие между микробами. Следующий слайд, пожалуйста. Дальше мы хотим показать, что да, действительно озон может воздействовать на сам матрикс, то есть на саму биопленку. Мы говорили, что вот биопленка, она состоит из полисахаридов. И вот смотрите, полисахаридные цепи в биопленках, они сшиваются водородными связями, выделенные серым цветом. Озон, являясь, как мы уже говорили, биполярной молекулой, воздействует на внутримолекулярные водородные связи и вследствие этого изменяет пространственную конфигурацию полисахаридов. Вызванная озоном дезорганизация матричной структуры биопленки открывает доступ к бактериям, антибиотикам, фагоцитов и вследствие этого позволяет проведение эрадикации микробной популяции. Следующий слайд. Следующий. Полисахаридные цепи в биопленках также сшиваются ковалентными связями. Озон, возможно, вызывая гидролиз эфирных
гликозидных ковалентных связей разрушает матрикс биопленки с образованием олигосахаридов и моносахаридов. То есть здесь вот показана реакция гидролиза даже целлюлозы под действием озона. Вызванная озоном деразгранизация матричной структуры биопленки открывает доступ к бактериям, антибиотикам, фагоцитам, и вследствие этого позволяет проведение эрадикации микробной популяции. Следующий слайд. Антибактериальные действия озона. Об этом мы уже знаем. Многочисленными исследованиями показана высокая антимикробная активность и самого озона. Поэтому антибактериальное и детоксифицирующее действие озона проявляется и в пятой стадии формирования биопленки, когда отдельные бактерии выбрасываются из нее и образуют новые колонии. При взаимодействии озона с цитоплазматической мембраной микроорганизмов образуется продукт озонолиза, становится инструментом дополнительного повреждения внутриклеточных структур микробов, который обеспечивает обменные и ферментативные процессы. Следующий. Ну и наряду с выраженным бактерицидным действием озона, многими исследованиями выявлено повышение чувствительности микробов к антибиотикам на фоне озонотерапии. Мы это все знаем. Озонотерапия снижает устойчивость патогенных бактерий к бактерицидным факторам внутренней среды организма, например, представляющей систему комплимента. Важным также является окисление озоном экзоэндотоксинов, выделяющих при разрушении микроорганизмов. Это в значительной степени может снизить уровень энтоксемии, формирующей на фоне антибактериальной терапии гнойно-воспалительных заболеваний. Следующий слайд. И здесь мы хотели бы привести вот саму озонотерапию при лечении довольно-таки очень сложной инфекции у кардиохирургических больных. Это, значит, больные эндоинфекционным эндокардитом. Это биопленочная инфекция, которая очень часто формируется на клапанах, которые протезируют сердечные. И вот для подтверждения лечебного действия озона биопленочной инфекции в данном сообщении мы приводим результаты применения различных технологий озонотерапии у кардиохирургических больных инфекционным эндокардитом. Вот что им проводилось. Озонированное искусственное кровообращение, то есть постоянная обработка перфузата озонокислородной газовой смесью с содержанием озона где-то 0,1 мг в литре, то есть это постоянно. Введение озонированного кардиоплегического раствора непосредственно в коронарное русло сердца с концентрацией озона 0,35 мг на литр, это когда проводится кардиоплегия. Третье. Это обработка полостей сердца озонированным физиологическим раствором с концентрацией озона 5 мг в литре, то есть когда хирург протезирует клапан, то можно полости сердца вот обработать озонированным физраствором. Дальше. Внутривенная инфузия озонированного физиологического раствора 200 мл в сутки с содержанием озона 2 мг в литре в течение 10 дней после операционного периода. И обработка палат кардиохирургического отделения озонокислородной смесью с концентрацией озона 6-8 мг в литре со скоростью газопотока где-то 1 литр в течение 40-30 минут, два раза в день, снижает бактериальную загрязненность в 5,8 раза. Следующий слайд. Применение вот этих выкоуказанных методов озонотерапии у кардиохирургических больных инфекционным эндокардитом позволило сократить реанимационные койко-день, он очень дорогой, в два раза, уменьшить развитие послеоперационном периоде пневмонии и острой печеночной недостаточности в три раза, острой почечной недостаточности и остеомиелитического процесса грудины и ребер в два раза, острой сердечной недостаточности в полтора раза и, что важно, снизить госпитальную летальность с 25% до 3,8%. Следующий слайд. Итак, заключаем. Из анализа представленных выше данных следует, что для профилактики и лечения биопленочных бактериальных инфекций целесообразно использовать различные технологии озонотерапии. Ибо озон и озониды, образующиеся в организме пациента в результате его воздействия или взаимодействия с биосредами, могут оказывать, первое, это антиадгезивное действие, то есть нарушает первичный контакт бактерий с поверхностью. Второе, разрушать сигнальные молекулы взаимодействия между микроорганизмами в биопленках, микробное сообщество перестает действовать как единый организм. И третье, воздействовать на составные элементы матрикса биопленки и их внутримолекулярные связи, и вследствие этого изменяет пространственную конфигурацию полисахаридов, и вызванное таким образом
Озоном дезорганизация матричной структуры биопленки открывает доступ к бактериям, антибиотиков, фагоцитов, самого озона и озонидов, и вследствие этого происходит эрадикация микробной популяции. Следующий слайд. Спасибо. Следующий слайд. Ну, поскольку наши гости будут в Большом Болдино, а я родился в окрестностях Большого Болдина, то вот Пушкинское Болдино, это вот я хотел, ну, поскольку вы будете там вот это сказать, Пушкинское Болдино – символ творческого взлета для каждого, кто из вас там будет, кто хотя бы на один день ощутил волну вдохновения болдинской осени. Вот это вы все увидите в Большом Болдине. Спасибо. Спасибо, Геннадий.